привет! Ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! НАСА официально объявила об открытии 715 новых планет, расположенных за пределами Солнечной системы. Такой масштабный прорыв в астрономии стал возможным благодаря спутнику Кеплер, который использует новую методику проверки полученных данных. Российская компания Яндекс объединилась с Google для совместной продажи медийной рекламы. Компания Google представила новый open-source инструмент для обучения OPI. Ресурс позволит создавать веб-площадки с уроками для людей со всего мира без глубоких знаний программирования. Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич был задержан в аэропорту города Франкфурт на Майне, где под влиянием алкоголя обзывал обслуживающий персонал нацистами и кричал «Хайль Гитлер». Британская компания Rolls-Royce объявила о разработке беспилотных грузовых кораблей, которые смогут управляться дистанционно с помощью виртуальной реальности, пишет Bloomberg. Компания Boeing разработала смартфон, обладающий функцией самоуничтожения. Все данные и программное обеспечение автоматически уничтожаются при любой попытке вскрыть корпус устройства. Разработка, получившая название Boeing Black, предназначена исключительно для правительственных структур, преимущественно спецслужб. Режиссер Дэвид Финчер приступил к переговорам с компанией Sony Pictures о работе над биографической картиной об основателе Apple Стиве Джобсе. На этом у меня все. Увидимся завтра. Пока-пока.